Еще раз доброе утро. У нас появились гости, талантливые кинематографисты Полина Оборина и Тарас Сахно, правильно? Ты уже испугалась, думаю, что-то не то говорю. Расскажите нам о новом проекте, который стартовал у нас как бы в Одессе, в Украине, я думаю, и в мире, правильно? Place in Space называется. Place Расскажите space. Подробнее. Фишка проекта в том, что это приложение на ваше мобильное устройство, на ваши планшеты. Если вы качаете себе это на планшет, у вас есть возможность определить свое местонахождение, вот, и увидеть точки вокруг вас. Если вы клацаете на точку, которую вы видите, в очень многих рубриках, и рестораны, и пабы, и отели, и кинотеатры, очень-очень много, более 15 рубрик. Если вы клацаете, то кроме того, что вы можете ознакомиться с описанием и с комментариями, вы можете увидеть одноминутное видео. Мы провели просто эксперимент с фокус-группой и выявили, что человек, который ищет, куда бы пойти, он тратит не менее 5 минут на одно место, и то это если там с 3D-курсом каким-то. Вот, а мы имеем возможность вам предоставить информацию всего за одну минуту, доступно и очень красиво. А каким образом выглядит это видео? Можете описать? Оно по какому-то определенному стандарту снято? Обычно мы задаем основные вопросы, которые хотят услышать те, кто ищет, куда бы пойти. То есть это там туристы. Не только изображение, там еще и... Конечно, там есть текст, да, например, директор и представитель заведения, вот, куда можно пойти. И таким образом мы задаем вопросы, например, что такое ваше заведение, какая там атмосфера, в чем фишка вашего заведения, потому что вот это очень важно, да, для того, ну, согласитесь, если мы куда-то хотим пойти, мы хотим, чтобы это место было особенным. Вот, и в конце концов, где вас найти? Потому что другая информация, такая как средний чек, да, такая как... Ну, она может быть привязана, например, к кинотеатру привязана, а там к ресторану привязана, а к парку она может быть не привязана. А парку нам просто хочется узнать, хотим мы туда идти или нет. А вопросы стандартные, извините. Ничего, ничего, нормально. Да, но ответы всегда разные. Мы еще не столкнулись, мы очень много уже точек сделали, но еще ни разу не столкнулись с одинаковыми. Еще такой вопрос, это все коммерческие какие-то заведения или, в принципе, вот там, что касается музеев, парков, это тоже, да? У нас есть два ответвления. Первое – это возможность посмотреть коммерческие заведения, а второе – это наша благотворительная акция, благотворительная фишка, которую мы делаем о парках, о музеях, даже о памятниках культуры. Мы делаем отдельный проект, который запустится сразу сходу после открытия 24 октября, вот, который мы делаем на своей инициативе для того, чтобы с каждым городом человек, который прибыл, турист, мог ознакомиться. Полин, возвращаясь к вам, расскажите все-таки подробнее о новшествах, которые там будут, и что вы вообще планируете дальше. Я понимаю, что вы останавливаться на достигнутом не собираетесь, поэтому расскажите подробнее, что еще ждет как бы людей в этом проекте. Ну, я руководитель проекта в Одессе. Вот, мы вот сейчас только открываемся, мы уже набрали команду, и вот на этой неделе уже будем снимать новенькие ролики, которые по разные заведения. Вот, ну. Как вообще люди, одесситы, откликаются на данные предложения, да, поучаствовать в таком проекте? Ну, каждый по-разному. Ну, некоторые... Уже есть, да, заказчики, да? Есть кто желающие? Кто это в основном? Ну, кафе в центре города. Ну, центр, понятно. Самые смотрибельные и самые, которые люди больше всего ходят, это, конечно, в центр. А вообще есть какие-то креативные предложения по поводу роликов? Не горят вам там, ну, нет какие-то вам предложения, что, может быть, они по-другому видят это видео о себе? Есть такое вообще? Споры какие-то с заказчиками у вас происходят или нет? Или вы сами как бы все делаете? В видео я отвечу, потому что мы уже делали это в других городах, а здесь только начинаем. Но вот по опыту я скажу, что, конечно, заказчик иногда желает чего-то новенького. Вот он говорит, а можно вот здесь другой кадр, а можно здесь по-другому скажу. И мы всегда открыты заказчиком с тем, что мы можем с ним работать в каком-нибудь новом русле. И это потому, что это творчество все-таки. Мы хотим по-творчески передать каждое заведение. Вот. Но такого, чтобы нет, мне прямо не нравится формат, не было, потому что, ну, можете посмотреть на placeins.com, там есть и видео, там можно ознакомиться с проектом. Вы можете видеть, что качество продукта, оно очень высоко. Вот. И даже инициатива любая, она только будет его улучшать. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Ну, здесь, мне кажется, о творчестве говорить достаточно так сложно, поскольку есть заказчик, да, у вас, который изъявляет свое желание, есть ваше видение того, как это должно выглядеть, правильно, да? Он более часто партнер. Ли это совпадает? Всегда совпадает, он более партнер, мы вместе творим эту картинку. Например, если вы скажете, что это заведение, оно самое доброе,
тогда и картинку, которую мы будем снимать в заведении, мы тоже будем снимать самую добрую. Но если заказчик скажет, вот он приходит, ну, будем говорить, партнер, да, он приходит и перед камерой говорит, что наше заведение, оно самое романтическое. И вот самое доброе от самого романтического кажется, что да, и похожие вещи, но они абсолютно разные, они отличаются. И атмосфера, которая будет передаваться, тоже отличается. И, конечно, мы всегда ищем одну волну с партнером и вместе с ним создаем продукт. Скажите, а, к примеру, могут ли посетители, да, допустим, снять на видео свое видение какое-то? Может быть, будет какая-то у вас рубрика, что видео посетителей, то есть, в принципе, тоже будет, наверное, интересно показать именно обстановку, может быть, самих себя? В социальных сетях это всегда возможно. Прямо в приложении у вас есть возможность прокомментировать, почитать другие комментарии, рассказать об этих комментариях вот таким образом. Потому что здесь более важно, чтобы вы быстро поняли, куда вы хотите пойти, а куда не хотите. Mm-hmm. А вот фишки там с разными там фотками, видео и так дальше, для этого есть социальные сети, есть мое любимое, вот просто обожаемое приложение Instagram, которое мы никогда не предам, вот, и мне, я очень его люблю, потому фотки, они всегда открыты вот там, в социальных сетях. А здесь была задача, чтобы вам, как тому, кто скачает это приложение, вы могли туда перейти, mm-hmm. могли прокомментировать, возможно, даже получить скидку с помощью этого приложения. О, вот на этом месте просто поподробнее. Ну, мы будем обговаривать, конечно, такие вещи. Там будет такая фишка, как сообщение, новости. И вы, когда заходите, оно не будет вас тревожить, как обычно тревожит социальные сети во время разговора или закрытого экрана. Но если вы заходите, вы можете увидеть, у вас там 21 пропущенное сообщение. Это не лично вам, это вам как пользователю. Mm-hmm. И вы просматриваете 21 сообщение, вы видите, что, например, 5 из них в Одессе. И вы можете зайти и прочитать. И какое заведение пишет: сегодня у нас второй бокал пива в подарок. Или 20% скидка для тех, у кого есть Place and Space на приложении. Ну, это приложение на устройстве. Mm-hmm. Вот вы приходите, говорите, у меня есть Place and Space, он дает 20% скидку. Это в Киеве же какой-то пароль. В каких городах уже существует? В Киеве, в Черновцах и во Львове мы запустились, сняли видео и уже активно работаем. Сейчас в Одессе, после чего я сразу еду в Кировоград и в Винницу. Возвращаюсь в Киев. Но я вам скажу, что по секрету, между нами, как говорится, и миллионами телезрителей, что мы после этого уже получили приглашение в Черкассы, в Тернополь и в Трускавец. Вот. Это нам уже позвонили в наш офис, через наш сайт, сказали, очень классный проект, давайте запускаемся вместе и у нас в наших городах тоже. Mm-hmm. Потому я вижу, что города открыты. То есть есть желание, в принципе, запустить в городах по Украине. Да, да. В Одессе только вот все стартовало, да, еще пока, если одесситы кто-нибудь загрузит данное приложение, еще пока ничего не сможет найти. Я скажу, более того, одесситы вообще во всем мире, люди смогут закачать приложение 24 октября. И 24 октября будет большая презентация в Киеве со съемкой. Мы выложим эту презентацию обязательно в социальные сети. Именно одесского проекта. Всего проекта Place and Space, да. Ага. И после этого все люди на Земле могут себе скачать это приложение. Вот. А особенно те, конечно, у кого эти города заполнены как минимум там 10 точками и больше. Вот, для того, чтобы был старт. И мы обещаем, что в каждом из городов, которых мы запускаем, будем регулярно добавлять каждую неделю какое-то количество роликов. Ну, я так понимаю, что вы мечтаете, так сказать, о мировом господстве, да? На самом деле уже нас ждет команда в Лондоне. Но это будет после того, как мы запустим все города, которые запланированы в Киеве. Вот. А потом, увидите, потом секрет пока что. Полин, а в Одессе планируется какая-то презентация перед открытием? Так я понимаю, 24 октября в Киеве. А в Одессе что-то будет, какая-то презентация этого проекта? Мы все уедем в Киев. А, понятно, все будет в Киеве. Значит, ну ладно. Вот так всегда Одессу лишили всех преимуществ. Тарас, расскажите, каким образом пришла вообще идея создания данного проекта? Абсолютно случайно. Мы с моей знакомой продюсершей шли по улице и говорили о том, что аудиовизуальное производство, оно слишком рекламизировано, что это все реклама, которая навязывается, ее не всегда приятно смотреть. Качественного продукта какого-то креативного, который будет полезен всем зрителям, очень мало. Вот. И я сказала, нужно кто-то, кто будет предлагать эти вещи, там, волки. А она говорит, а ты сам можешь зайти вот так прямо сходу и предложить. Я говорю, могу. И зашел в первое заведение. Я им говорю, вот мы занимаемся тем-то, тем-то. Они говорят, а что вы нам предлагаете? Я говорю, ну, мы предлагаем вам снять. Они говорят, а какой хронометраж? Я говорю, одна минута, вот на ходу придумываю. А они говорят, а как называется? Я говорю, Place in Kyiv. Говорит, а только в Киеве будет или по всему миру?
Я говорю, да нет, по всему миру. Place in Kyiv будет называться по всему миру. Я говорю, нет, по всему миру называется Place in Space. И они такие, да, интересно слушать. А потом они начали уже предлагать, это будет в социальных сетях. Говорю, да. Это будет, наверное, на каком-то устройстве Google Maps, да, на карте. Я говорю, да, конечно, будет устройство. И с каждым следующим заведением я всегда получал какую-то вот желанную информацию, которую непременно внедрял в тело проекта. Да-да-да, у нас есть возможность, кстати, услышать вопросы от наших телезрителей, 726-33-26, номер нашего студийного телефона, и есть у нас, по-моему, звонок. Вопрос. Алло, доброе утро. Да, здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Хотел вот вопрос задать. Задавайте. Вы книгу Пелевина читали, Generation P? Она как раз посвящена рекламе. Конечно. Что вы о ней думаете? Вот такой вот звонок. Вот такой вот. Я вам скажу, что Generation P – это книга, которая дает возможность открыть сознание в потоке каком-то интеллектуальном производстве, интеллектуальных идей. Вот. Это, по-моему, из самых гениальных книг, которые существуют. Потому что такие вот книги и такие фильмы, как «99 франков», дают нам возможность не закрываться от новых идей и не закрываться от того, что рождается внутри. А очень часто, что у нас рождается идея, и мы ее гасим внутри, и она уничтожается. А если она уничтожается где-то, она никогда не уничтожается полностью. Она обязательно где-то еще появится у какого-то другого человека. И она дойдет до того, что какой-то человек это реализует. Поэтому не бойтесь реализовать свои идеи. Вот, это очень важно. И нужно копить в себе силы, энергию, постоянно это давать. Так вот, книга Пелевина «Generation P», я считаю, рассказывает именно о том, что не нужно закрывать в себе потенциал развития новых идей, новых проектов, и нужно быть всегда открытым к тому, чтобы создавать новые какие-то свершения. Как вы думаете, вот буквально в двух словах опишите, как будет выглядеть реклама будущего? Реклама будущего? Реклама будущего, я думаю, будет выглядеть совместно. То есть те бренды, которые существуют и имеют несколько сразу брендов, они в какой-то момент поймут, что их бренды нужно объединить, давать либо в подарок, либо покупайте вместе. Вот. Я сомневаюсь, что бренды разного рода смогут воссоединиться для того, чтобы рекламироваться. Ну, один бренд и другой бренд, типа шоколадный батончик и сладкая вода, они вряд ли соединятся, потому что это два разных рынка. Но вот шоколадный батончик, и другой шоколадный батончик. Другой шоколадный батончик, да. Или шоколадный батончик, ну да, это совершенно реально. Вот, и там, например, если эта же фирма делает какие-то чипсы, вот, они уже могут воссоединиться. Это первое. Второе, это будет исключительно вирусная реклама, потому что дойдет какая-то вот очередь, когда все задолбаются делать постоянную рекламу там, где сладкая вода капает краплинка, и мы ее куштуем, сладкая вода, вот, это все как в каком-то мире уже достанет, и начнется производство вирусной рекламы, вот, вирусная реклама, я ее называю такой, которая заставляет вас поделиться с друзьями, пересмотреть еще раз, в каком-то момент, в каком-то разговоре ее вспомнить, и этот продукт всегда продвинется в массы, потому что этот продукт с собой тянет сарафанное радио, а весь продукт, который тянет за собой сарафанное радио, он, по-моему, абсолютно всегда должен быть успешным. Ну, а еще, наверное, более навязчивое, я думаю, да, скорее всего. Ну, да. Возможно. Что сказать? Спасибо большое, что были у нас в гостях. У нас, кстати, были в гостях Тарас Сахно и Полина Оборина, известные кинематографисты, создатели проекта Place in Space. Так что и Place in Odessa. Будем смотреть новые проекты у нас в Одессе и не только. Поэтому порадуемся вместе с ними. А вам, дорогие телезрители, желаем хороших выходных, хорошего настроения, побольше энергии, чтобы вы запомнили эти выходные надолго. А с вами были мы, Татьяна Донецкая и Анатолий Гуртовой. Ну, а мне остается только попрощаться. Всем счастливо, пока и удачного дня. Счастливо.